Долбиска, друзья, пляж у бочки. Это проход через рынок, где администрация. И посмотрите, что происходит. Опять у нас затопление. Целая река. Машине, конечно, можно проехать, но будьте аккуратнее, друзья. Здесь вот буквально с правой стороны, здесь у нас одностороннее движение, прокопана канава. Если вы сильно зайдете вправо, то будут проблемы. Машина просто туда утонет. Там где-то примерно полметра, здесь вырыта канава. Будьте очень аккуратны. И вот эта лужа идет вот туда, вот там, где белая машина, вот до тех пор, даже дальше. Сейчас я покажу еще. Вот так вот выглядит первая линия. Сейчас Голубиска. Здесь обстановка получше, конечно, чем вот я перед этим показывал. Но все равно, посмотрите, тоже затоплено. Здесь местные жители уже колеса положили. Потому что здесь яма огромная. Посмотрите, какая яма там огромная, да? Видно, наверное, да? Вот шина лежит. Будьте аккуратнее здесь. Можно очень здесь повредить диски. И там также, смотрите, лужа идет дальше. И тоже там лежит покрышка. Тоже будьте аккуратнее. Тоже можно повредить машину. А вот это жители откачивают воду из своих подворий. Видите, ручей течет. Практически эта проблема вот у них так и продолжается уже с августа месяца 2021 года. Посмотрите, видите, вот во многих домах просто постоянно работают насосы. Выкачивают воду из подвала. Вот так вот спасаются каким-то образом. Это проблема, конечно, вот этой части Голубиска, которая ближе к морю находится. Серьезная проблема. Повезло тому, кто участок в свое время поднял. А кого участок не поднят, конечно, проблема. Сейчас я покажу дальше. Вот, видите, кто как может, так и спасается. Представляете, какой вот напор воды здесь. И вот так вот можно качать сутками. Но, друзья, любители Голубиска, не переживайте. К весне все будет нормально. Если бы сейчас весна была теплая, как обычно, уже было бы сухо у нас. А это мелочи. Вода скоро уйдет, и к лету будет шикарно все. Я вам все покажу, как Голубиску благоустраивают к лету, к сезону. Все наладится, все будет хорошо. Всем удачи и счастья!